Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас процесс сборки Dugi T5, и результаты стресс-тестов показали на видео. В середине августа компания Dugi анонсировала смартфон Dugi T5. Сейчас новинку можно заказать со скидкой в $20. В комплект поставки входит две сменных панели. Также компания опубликовала видео, в котором показали процесс сборки модели, а также продемонстрировали результаты тестов на прочность. Смартфону Dugi T5 был присвоен высокий класс защиты IP67, что позволяет уберечь устройство от проникновения пыли и влаги. Для того, чтобы подтвердить надежность девайса, производители сгибали смартфон, замораживали, роняли и заливали в него воду. Разработчики протестировали Dugi T5 в условиях низкой температуры. Смартфон на целый час был помещен в камеру с температурой -40 градусов по Цельсию. Девайс не только справился с испытанием, но и продемонстрировал высокую производительность даже после заморозки. После этого Dugi T5 проверили на герметичность. Устройство также справилось с тестом, подтвердив стандарт защиты IP67. Третьим тестом стало испытание на падение. Dugi T5 множество раз роняли с высоты 10 см, а также высоты 2 метров, прикладывая дополнительную силу, что вкупе составило порядка 4 метров. Смартфон и здесь продемонстрировал стойкость. Завершающей проверкой стал тест на сгибание, с которой Dugi T5 успешно справился. Итак, технические характеристики Dugi T5 у нас такие. 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280x720 пикселей, OS Android 6 Marshmallow, 8-ядерный процессор MediaTek MT6753, 3 ГБ оперативной памяти, 32 встроенной памяти. Итак, емкость аккумулятора у нас 4500 мА, 13-мегапиксельная основная камера от Samsung SL8 с фазовым автофокусом и 5-мегапиксельная фронтальная камера. Поддержка 4G LTE, габариты у нас такие: 153,8 по высоте, 78,8 по ширине и 13,5 мм толщина. Ничего себе он толстый, 13,5 мм. Почти Nokia 3110 догнал. Такой толстенький телефончик.